22 марта 1945 года. 22 марта юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению группировки противника, прижатой к побережью залива Фришгаф. Войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону противника западнее и южнее города Оппель, продвинулись вперед на 40 километров на каждом направлении и разгромили группу немецких войск. В Чехословакии, северо-восточнее и севернее Зволина, наши войска, действуя в трудных условиях в горно-лесистой местности в полосе Карпат, заняли более 40 населенных пунктов. За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 149 самолетов противника.